Всем привет, ребята, с вами я, Стефан. И сегодня мы играем в страшные прятки. А я должен это угадать и найти. Задача такая, я должен найти монстра. Чтобы знать, где он, я узнаю вот тут. Значит, раз, два, три, я это открываю. Раз, два, три. Стоп! Стоп! Это означает склад. Монстр находится в складе. Пойдем искать его. Он там. Я знаю. Он там живет. Пойдем посмотрим.